Правда, что вы в горах всегда чувствуете что-то необычное? Соприкосновение с чем-то непонятным, сверхъестественным происходит, ну, как в моем случае, только на высотах выше 8 тысяч метров. Потому что где-то, ну, не знаю, может быть, на 7-6 тысячах сложно себя вот приблизить к этой грани, за которой уже нет возврата. Если это будет интересно, я могу рассказать, да? Я абсолютно убеждена в том, что вот эти мистика существует. Что-то, может быть, да, действительно в горах что-то такое как бы происходит с людьми, может быть. Я не просто в это верю, я искренне в это верю.